Не, нормально, часто получили, нормально. Да? Как раньше нет такого, что грубили, да? Хамили полицейские, охрана. Насчет этого жалобы нет, разговора нет. Душ водили. Нужно до конца стоять на своем. Вот. Он еле сил, дай бог. Но тебе. Все нормально, выдержал. Молодец, мужчина. Слава Аллаху. Аминь. Да здравствует Казахстан. А вы молодец, будете молодец участвовать в следующем митинге? Знаете, я вот... Эта ситуация с Абиловым и Хасановым, когда их привлекли только за слова, что они собираются участвовать, я как опытный конспиратор не буду говорить. Все понятно. Я думаю, что вот эти вот... Молодец. Вот эти акции протеста, гражданского неповиновения, борьба за свои права, они должны продолжаться непрерывно.